Hey, yo, guys, с вами Шимики, и это Cat Quest. И, скорее всего, это будет финальная серия, я даже вот не знаю. Смотря как будет идти зачистка. Первое, я решил зачистить это пещеру Пируины. Да, она 85-го, но, в принципе, значит, и опыта должны давать больше. Давайте посмотрим хотя ее структуру. Ох ты ж, ёшкин кот. Я понял, почему она считается опасной здесь. Ну, я сейчас даже и апнусь, считай. Да, можно просто избивать их и... изи ап. Вы это сами видите. Да, я решил запись все-таки немножко потом приостановить. Потому что мало ли, сейчас что-то дадут мне еще. Ну... а как мне туда попасть? Да, я. А, тут... о, тут даже так сделано, окей. Но это пришел я только к этому. Волшебной мантии. Блин, не дразните, вы что, гоните? Мне золотой сундук нужен. Ну, а в ту сторону? Да нет, ну вы чего? Ребят, там золотой сундук, а его достать никак. И что? И как это? И что это за обман меня? Фу. Может, вниз где-то тут есть проход? Ну, как бы обидно, что мне не дадут золотой сундук. Может, здесь есть? О! Здесь был проход. Хорошо. И... королевская корона. Ладно, давайте тогда приостановлю, тогда пойдем в следующую пещеру. И следующая наша прогулочка будет на острове чудовищ. И мы пойдем в 60-ю пещеру. Уровня. Длинная пещера. Длинная, скорее всего, просто по структуре. Так, ну, опыта дают хилинг. Очень хилинга. О-хо-хо. Считай, что снес всю броню. Ну, 900 вы видите урон. Это с обычной атаки. Да, будем, короче, защищать просто по быстрым пещерам. Мне кажется, даже хватит. Типа, серия будет посвящена зачистке пещер. Мы с вами будем археологами. Опыт, опыт. Ну, это очень мало опыта. Это аж видно. Зачищено. И обычный сундук. Ну, погнали в следующую пещеру. Так. И следующая пещера — это у нас Омикрон Руины. 60-й уровень. В скобочках 80-й. Так, ладно. Нужно попить немного, восстановить маны. Так, готово.
Так, стоять, собираем. Ай, все, закончилась сила. Так. Ек. Готово. Ну. Ты зараза. И это еще при том, что... Ну как вам? Ну, буду так тогда юзать, если вы так хотите. Не, ну это уже что-то пошло чересчур. Не, этот напис все-таки. Я думал почему-то, что на маг. Так, монетка. 8. Золотой сундук. А ну-ка, что же? Рубашка губермаунтера. Откуда она здесь? Ладно. Отправляемся в следующую пещеру. Короче, ребят, я снова вернулся в эту пещеру. Оказывается, я кое-что здесь забыл. Здесь, оказывается, был еще один проход. Даже когда я вышел, был знак вопроса. Значит, я ее зачистил. Вот теперь зачистка сделана. И что здесь у нас? Посох мага. Ну ладно. Как я и говорил. Я, короче, пока летел, я кое-что заметил. Название, видите, какое-то там есть. Кутухлу. Кутухлу? Прикольно. Ой. Он мгновенно использует. Ты ж ё-моё. Да ё-моё. Уху. Оп. Блин. Опасно, опасно к нему так подходить. Так, мне нужен опыт. Ну, сгори! К нему очень опасно мне подходить. Блин, ладно, давайте я вернусь и наполню себе маной. Надеюсь, он не восстановится. Потому что это будет прискорбно. Ну, так как это считается, можно считать даже боссом. Зараза. Готово. Ха, я не наношу потом. А, то рыбы, скорее всего. Нихера себе опыта. Ну ладно, и следующая пещера у нас Ксируины. 75-й. Так, сразу убиваем этого. Ап, изи. Так. Да-да-да-да, нормально. Готово. Так. Ах ты, зараза. Так, убит. И тебя я просто заколочу. Есть. Зачистка сделана. Ну, здесь какая-то не очень большая такая пещера. Клинок. Идемте тут на выход. Эх, ребята, оказывается, здесь тоже есть золотой сундук где-то. Вот это повторная зачистка и постоянная. Я вот не пойму, это вот немного херовенько. Осталось только найти, где этот золотой сундук. Но было показано, что он здесь есть. Надеюсь, это не обман. Так.
Ну. Войти обещанный золотой сундук. Может, это все-таки обман? Вот вы видите золотой сундук? Я тоже не вижу. Может, он скрытый где-то, может, он невидимый. Вот он, выхожу. Золотой сундук. Там тоже, да, по-моему, золотого сундука не было. А ну-ка. Да, здесь тоже ничего нету. Но показывает, что тут что-то есть. Ясно, значит, это пещера обманки. И следующее, это у нас Нью-Руины. И да, я только что вспомнил одну вещь. У нас же есть еще доска объявления, где призраки летают. Даже сказать, обитают. Нужно еще будет туда сбегать. Посмотреть, может, что-то мы и там раздобудем. Так, золотую вижу дуг. Давайте сначала за золотым тогда. А нет, сначала идем за обычным. Готово. Обычный сундук есть. И это топорик. Топорик, топорик, это хорошо. Золотой сундук в той стороне, значит нам... Опа. Еще один. Доспехи. Ну что, время юзать магию. Оп, оп. Готово. Так, ух ты ж, ё-моё. Ну ладно, это было легко. Изи ап. Так, ну давай. Зачищено. Так, золотой сундук открываем. Ну, блин, дает какую-то фигню. Меч, рубаки. Ну хотя там все. По 44. Но мой меч, он просто вау. Смысла нет говорить о нем. Следующая пещера, это у нас пещера Лапа. 30 уровень. Так, сейчас здесь будет быстро. Даже не то слово, что быстро. Ну, зато сундук зато получили. Так, опыта мало дают, правда. Вау, новый предмет. Вингардиум. Вингардиум Виллиоса. Это Гарри Поттер. Это палка Гарри Поттера. Я вам говорю, это палка Гарри Поттера. Очищено. И... Ну, капюшон белого мага тоже неплохо. А йота руины. Поехали. Опять меня обманула пещера. Сказала, что там есть. Но ну, в конце концов там ничего не оказалось. Обидно, прискорбно. Обманывает. Кольчужный шлем. Я нашел еще пещеру 90 уровня. Мы еще попробуем зайти в пещеру 200 уровня. Я повторяюсь, попробую. Если нас ваншотнут там, то я туда уйду. Так, юзаем магию. Ваншотим всех. Готово. Сундук. Давай. Пиджак. Ну, я хотел пиджак. Королевское одеяние. Блин, ну, монетки такой вот вариант собирать и все. Убито. А ну-ка, будет готово? Готово. Так, лямбда руины. Это там, где было сложно, когда мы зашли и нас... Ой, давайте сначала зачистим, мне кажется. Так. Давай. Меч.
меч не очень, поэтому идем далее. Окей. Блин, какое-то слишком запутанное место. Так, это на выход. Мана, 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 мне нужна мана. Так, хорошо. Золотой сундук. Обычный сундук. Еще наверху есть обычный сундук. Вот там вот, видите? И пойдем на выход. Потому что мне все равно там, где те прыгают, там ничего. Там тоже сундук. Окей. Сейчас пойдем туда тоже за сундуком. 71 уровень. Так. Опа-на. Пламя клык. Блин, ну это оружие дерьмо. Согласитесь. Так. Значит, делаем кратчайший путь. Два. Раз. Так. Оп-оп. Открываем. Ну, выпал шлем рыцаря. Блин, ладно, опыт возьму. Хотя бы немного там прокачаюсь. Защищать пещеры, я думаю, смысла нету. Хотя... чисто ради... хотя достижения не дают. Зачищено. Так, открываем ласт-сундук и уходим отсюда, к черту. И здесь у нас... новая пещера. Так, здесь уже рыцари летают. Получи по голове. Так. А, девушка. Опа. Тебе физ атаку. Готово. Кольчужные доспехи, фигня. Ну, давай, в золотом. Дайте мне мой костюм. Золотой, давай. Шляпа чародея. Еще что-то новенькое. Окей. Мюруины. Так, здесь у нас, сказать так, можно сказать, даже арена. Так. Ой, фак, здесь слишком мобы противные. Хотя фаст там так пробежать. Фу, я мелким стал и думал, сейчас урона не хватит. Так, вот это уже плохо. Я уже... нужно осторожнее ходить. А, черт, все-таки задел. Ладно, золотой сундук открываем и валим. Так, ледяной меч. Ледокрыл. В принципе, можно посмотреть отсюда же, просто пройтись по полю. Если больше сундуков нету, то можно отсюда уходить. Так, чуть не убило. Нет, ничего не нужно уходить. Альф руины. Найс, ди... а, нашел. Не нашел. Так, стоять. Где проход? Опа. И как-то тут все запутано. О, тропинку нашел. Да. Ё-моё. А, когда не еще добраться? Это что тут, тупик?
Да вы издеваетесь. Ладно. Окей. Ни хера непонятно, но... Надеюсь, мы справимся. С недопониманием всего этого. Ах. Неужели я нашел этот проход? Нет, блин, я думал, уже нашел. Фух, неужели? Да, умришь ты. Очищено. Опыта немного дают. И ради серебряного сундука. Надеюсь, там что-то есть хорошее. 5 минут. 5 минут. Я пытался найти этот невидимый проход. А где золотой сундук? Я золотой сундук видел. Нет? Ладно. Это у нас погибельная пещера. И я еще вспомнил. Помните, мы где-то были с вами... Не помню, в какой серии. Мы нашли с вами, как сказать... Ферму, либо типа того. И вот нужно еще будет тут на ферму подходить. Потому что, мне кажется, там тоже что-то будет. В разделе миссий. Ну, там было, там, в принципе, доска объявлений. Поэтому мы туда все-таки сходим. О! Ясно, звуки. Слабенькие. Они даже не быстрые. Окей. Бум. Зачем я заюзал? Ладно. Опыт, опыт. Косарь опыта. Все, считай, ману восстановил, да? Все, считай, ману, да, восстановил. Первый сундук. То есть у нас, в принципе, счет с вами доски объявлений и босс. Босс и секретная пещера. Во-во-во-во. Что по FPS-у, ребят? Так. Следующая головоломка. Ищем. Проход оказался очень близко. Так. Опа. Спаситель. Классный офигительный меч новый. Да, мы находимся в итоге какие-то новые шмотки. Это была у нас погибительная пещера. Это у нас это руины. Мы ищем с вами только сундук и все. Только сундуки и уходим. Я даже не буду пытаться с ними драться. А я могу открыть сундук? Ну, чтобы с ними не драться. А, я понял. Ну, зато проверил. Так. Дерьмо. Теперь это у нас это, руины. Проход есть? Нету. Ты ж, ё-моё. Так, так. Ух, тихо, нет, успел. Все, собираю опыт. Смотрю, есть ли там сундучки. Сундучки есть. Нехорошие сундуки. Так, коробка, шлем. Окей, это хорошая броня. Но там тоже минус хп идет. Шлем с квайером. Так, там у них ничего, да, нету? Нету ничего. Тогда все, выходим отсюда. И мы идем уже, можно сказать, в последнюю пещеру, потому что уже больше нету. Я апнулся, как вы видите, я пошел на этих фармиться на быках, ну, их теперь не стало. Так, да, эта зачистка будет последняя, можно, в принципе, кончать. Мало за них дают.
за быков самый больше дают. И все, это единственный враг, за кого угодно дают опыта. Да-да-да. Только... Вот золотой сундук вижу. Окей. Раз, два, три. Ой, ладно, поджог, плевать, мне броня. И масочка. В следующей серии, да, мы выполним сразу две доски объявления. Если это будет, конечно, возможно по скорости выполнения наших квестиков. Но я думаю, мы справимся. Очищено. Ага, жалеть чародея теперь. А нет, ребят, у нас еще есть и подводная пещера. Опа, здесь уже призраки. И свободно лежащие сундуки. Все-таки я не все пещеры зачистил. Я в районе воды еще не чистил, как вы видите. Отстань ты от меня. И шлем ниндзя. Все? Нет золотых сундуков? Ну это печально. Это очень печально. Ладно, ребят, я, короче, сохранился. Давайте все-таки попробуем пойти в эту одиночную пещеру 200 уровня. Просто посмотрим. Одинокая пещера. В принципе, два сундука золотых. И... Мне кажется, здесь больше урона наносит Утахель. Чем золото... Да... Похоже... Она ваншотнула меня. Ну как и ваншотнула. В принципе... Еще раз сбегаем. У меня есть тактика против него. Я просто не понял, насколько он быстро использует магию. Но сейчас мы это проверим. А ну иди сюда. Блин, я даже не успел посмотреть. Черт. Главное, чтобы он использовал сейчас всю магию. Сделал один удар по мне, и я увернулся. И все, труп. Так, попробуем еще раз. Черт, ну... Вы видели, там миллионёсечка осталось. Окей, приятель. Ты сам напросился. Так, попытка номер 3. В скобочках 4. Да не ты, мне нужен золотой сундук. Все, я уже проиграл. Просто умираю от периодического урона. Блин, как бы его так выцепить, чтобы он не грохнул. Но здесь идет очень сильная нагрузка на магический урон у него. Кажется, типа, ну, хомяк, да. Ничего не сделаю. Потом такой бац. Это ваншот. Просто ваншоты. Бум-бум-бум. Последний. Последний забег в ту пещеру. Последний. И мы кончаем на этом. Да, я самоубийца. Вот все.
Блин. Ладно. Да, закончим на этом. Потом я с ним разберусь. Потом, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Мяу.